поэтому сейчас вот в дороге по одной. Но поскольку у меня еще другие продукты есть, у меня еще оставался противитель, который у нас будет скоро. Вот. Ну, естественно, наша вода и все остальное, несмотря на то, что перелет. Вчера летела я 8 часов из Хабаровска, прилетела ночь, не спала. Вот. Сегодня перелет, я только из аэропорта к вам сразу. Ничего. Но, тем не менее. Да. Наталья, насколько вы пьете коллаген? Коллаген я пью уже 3 месяца, но я пью коллаген, сразу начала по 3 штуки в день. Вопреки всем рекомендациям, я решила так принимать. Вот, поскольку я принесла тяжелый ковид, и мне было, конечно, лицо было такое не после очень ковида, не да, нравилось. Да. То есть там страдает светлая ткань. Ну и вот как-то вот прям активно сразу на мне стало исправляться мое лицо. И вот так вот, как есть. Я даже вас видела, вот, когда мы ездили в Египет, у вас и уже после этого еще лучший результат. То есть вам наверное, вообще так все прекрасно. Ты закрываешь.